Всем привет, друзья! В этом видео я вам покажу, как можно сделать руль для смартфона. Итак, нам для этого нужно провод алюминиевый сечением 6 мм квадратных, белой изоляции, чтобы было красиво. Также вот такая вот трубка, она применяется для холодной воды, в строительных магазинах их полно. Я взял 1 метр, здесь нам нужно 76 сантиметров. Это идеально подходит для смартфона с диагональю 4,7 дюймов. Также нужна еще вот такая маленький кусочек трубочки. Начнем с того, что придадим вот этой трубке фиксированную круглую форму. Берем две проволочки по 32 сантиметра и передадим им нужную форму. Итак, вот такая форма должна у нас получиться для того, чтобы телефончик входил, ну, туговато, скажем. А теперь в отмеченных точках делаем прорезы. Отметим теперь места изгибов проволоки. Ну и осталось только собрать все вместе, что мы сейчас и сделаем. Вот такой вот руль получается. Также я согнул с обратной стороны проволоку, чтобы не кололось. И теперь ставим телефон и посмотрим, что у нас получилось. Итак, друзья, вот такой вот руль у нас получился. Он достаточно удобный, достаточно надежный, легко делается. Также пальцами легко достать до кнопок там турбо, ускорение. Также можно управлять одной рукой, попивая чай другой рукой. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных поделок и экспериментов. До новых встреч!